Mass Enemy Water Storm. ХМС Enemy Water Storm или Враждебные воды. Карта Шедоумана, клан ХМС, сервер Hardmaps, операция Тайфун. Миссия проходится под АВ-2. Так, ну как видим, карта опять используется. Два берега и остров. То есть из операции Тайфун, которая есть и в учебных картах. То есть, короче говоря, западный берег, остров, восточный берег. Между ними широкий морской пролив. Ну, тут очень ограниченная территория будет использована на западном берегу. Какой-то, вероятно, порт. Так, увеличим сейчас. Территория порта, короче. Из точки X надо будет очистить точки А, Б, С, Д, Е и Ф. Какой-то флаг показан, наверняка канистры какие-то. То есть получается 6 командных точек. Так что особо тут говорить не о чем. Сейчас прочитаем описание. ХМС Enemy Water Storm или Враждебные воды. Время для еще одной быстрой миссии разгромить все вокруг. Найдите и уничтожьте все ящики, радиооборудование, захватите транспортный блокнот. Нам нужна информация, хранящаяся на нем. Первая цель. Уничтожить все найденные ящики. Красные ящики можно расстрелять. Второе. Найти транспортный блокнот. Третье. Уничтожить все радиооборудование. Примечание. Выходные двери. Красные здания на карте. Карта разработана ХМС Шедоуман. Карта ХМС Enemy Water Storm или Враждебные воды. Ну, какая-то непонятная, неизвестная карта. Короче говоря, расстреливать ящики, транспортные блокноты и радиооборудование. И еще положительный момент, что аптечки лечебные тут. Так что это будет просто. Ну, размеры карты небольшие, как мы уже показывали. И едва ли превышают расстояние вот этого острова. Так что, в принципе, наверное, завершим мы ее быстро. Начало в каком-то доке. Сразу задача прогружается. Уничтожь все боеприпасы. Обнаружь транспортный блокнот. Уничтожь все радиоэлементы. Три задачи. Вот тут проставлено. Никаких подписей на карте, как мы видим, нет. Послушаем красивый проигрыш. Welcome to HMS Enemy Waters. Очень красивыми буквами все сделано, прикольно. Вот, кстати, сегодня я включил, что-то сайт их не работает, а АВ-2. Это подозрительно. Ну, этой карты вроде не было на сервере Hardmaps. Так, ну пошли, сейчас включим только. Тут наверняка надо будет идти строго по маршруту. А, Б, С, Д. Вот как-то странно, потом он к Е перейдет, и там Ф в конце. На карте, как обычно, нифига нет. Ну, сейчас будем смотреть. Тут все внутри порта будет. Вот уже хрен стоит. Готов. Гранатомет. Так. Так, чисто, чисто. О, тут долбается. Так, ну-ка, ну-ка. О. Стоял на башне. Ну, нормально.
Так, идем по этому проходу. Ну, тут ангары. Видишь, ангары везде торчат. Даже двухэтажные. Только сейчас надо идти аккуратно, потому что там могут негодяи везде быть. Кидаем гранаты. Ну, карта не должна быть сложной. Ну, сейчас будем смотреть. Просто аккуратно идем вперед. Нормально. Ты же до него не достала граната. Ну, какой-то склад непонятный. Так. Так, а ящики? Помеченные красными целями, да? Ну, тут, похоже, не это не цели, но все равно надо все ломать, короче. Ух ты, блядь! Ты что делаешь-то, падла? Так. Так. Нормально. Ну, пойдем подлечимся. Кстати, давай это все ломаем. Пойдем. Вон там, кстати, местность очень красивая, лесная. Но я не исключаю, что он, наверное, наружу-то и не выйти будет. Вот тут укромный выход. А тут главное не боеприпасы, а лечение в этих аптечках. Так, а я не знаю, там кто-то есть? Нет, хер пойми, блядь. Ну, покидай туда гранату, чушь, не жилетик. Кого-то долбанет. Кого-то там долбает. Закинь, вот один закинул. Ну давай отойдем. Красные двери. Так, ладно, побежали теперь к докам. То есть, ну не к причалам. Вот там корабль стоит грузовой. Сейчас будем приближаться. Тут все надо будет кругами ходить наверняка. Так, аккуратней проходим. Так, выходим к причалам. Ну, корабли, заметь, закрыты. Видишь, не попасть никак. Башни, все закрыто. Корабли. Так что попасть туда, к сожалению, нереально. Ну, карта, наверное, я думаю, хорошая будет. Ну, сейчас посмотрим. Сложная, нет, не знаю даже. Вот стоят корабли у причалов. Короче, двухэтажные ангары потянулись. Ну, надо идти дальше. Вот первый проход сюда, теперь идем дальше. Ну-ка, давай-ка. Так, наверное, сейчас сюда будем сворачивать. Блять. Ты чё, скотина, нарела? Там же... О, что-то взорвал. О. Он там виден. О, там остров виден. Да-да-да. Ну, в доках стоят два корабля. Вблизи точки Б. Ну, пройти в море нереально. А, кстати, вода, смотри, какая-то мутная. Ну, короче говоря, вот этот остров. Буян, как говорится. Может, так его и назвать. Ну, пройти туда нереально. Кстати, сколько до острова? Что-то как-то непонятно. Ну-ка. Он даже и не мерит, почему-то странно. Так, ну ладно, идем дальше. По проходу пошли. Тут, видишь, я боюсь, что тут вся карта из таких похожих проходов сооружена. Ну идем, главное смотреть, чтобы никто сбоку не прятался. Так, ну нормально, уже до конца дошли. Поэтому расстояние тут, понятно, побольше,
чем могли бы быть, если бы по прямой шел. По прямой-то вообще бы недолго. Такс. Никого, никого. Ну, какие-то непонятные, в общем, проходы. Вот что это такое. Так, ну идем дальше. Не вой. Туда гранату давай. Классно. Вот, да, видишь, всегда вот в таких проходах обязательно какая-нибудь мразь прячется. Это уж так повелось, короче. Видишь, прямого-то пути тут нет. Вот я уже сейчас в третий раз, вернее, пойду по какому-то коридору, чтобы точки А достичь. Так, ну приближаемся. Тут надо вблизи смотреть, потому что могут негодяи быть. Такс. Так. Так, ну нет, никого нет. Какие-то баки, слушай. Понятно, что точка-то вот где-то здесь. Ну-ка туда гранату. Не знаю, накрыло. Вроде никого не накрыло. Видишь, какие-то баки, короче, тут. 4 бака. Ну, баки, я не знаю, цель, не цель, вроде как не цель. Ну, можно рискнуть, положить мину. Долбанет, нет, ну отойди подальше тогда. Нет, это не цель, нет. Так, ну тут нифига нет, похоже. Видишь, как такие, слушай, доки сделал. Просто поставив, слушай, видишь, как он хитро сделал. Ангар на ангар поставил и... какими-то заложил плитами, вот получилось доки. Может, таких объектов в операции Тайфун нет? Так, о, смотри, летела граната, ему покер. Так, ну-ка давай-ка сюда. Наверняка, ох, это завалит. Валивай, валивай. Берем точку. Конечно же. Так, все, точка под моим контролем. Ну, слушай, тут надо будет кругами ходить. Смысл этой карты, видишь, какими-то кругами ходить. При том, что на самой карте даже ничего не отмечено. Так, ну, первая точка взята. Еще 5 точек. Так, ну, идем дальше. О! Вот, видишь, вот этих... О! Целая команда. Вот этих гадов надо с ними поаккуратнее. Поаккуратнее. Ну, в лес там на рашиш попадешь, но может можно как-то перепрыгнуть. Так, слушай, туда гранату. Вот туда гранату. Слушай, надо забрасывать гранатами. Она уже полетела. Так. Хотя не исключено, что не надо. Так. Так. В принципе, нормально. Так, вот давай аккуратненько. О! Привет. Нормально, нормально. Такс, такс, так, еще один. Тут они думали хорошую оборону, но никого нет. Ух! Очень хорошую оборону, наверное, думали сделать. Вот видишь, доки. До доков дошел. Первый док, второй док. Они тут, видишь, как ориентиры служат хорошие, потому что. И понятное дело, что они издалека видны, а там еще есть что, ну вот ничего не заруфить, и там ведь третий док есть. Заруфить-то фишиш. Ух ты, блядь, смотри, смотри, а сейчас убьют. Пока ты смотришь. И, кстати, они не бегают, они на часах стоят. Такая вот история. Три, да какое три, вон там и четвертый док торчит. Доков тонны. Вот сейчас мимо доков будем идти, короче. А на карте ни шиша нет. Пока вблизи никаких красных точек я не вижу. Ну, сейчас будем смотреть. Давай дальше пошли. Дальше.
У, блядь! Сука, ловушка. У, блядь, пизда. Ты там в упор. Да, вот. Ну как откуда же знаешь, что это надо, чтобы помечено было все. Как откуда же ты узнать? Никак не узнать. Падла, ты ебаная. Смотри, сука, продолжай стрелять. Нормально. Во-во-во. Отваливай, отваливай. Ух ты, блядь. Пусть отправляется, друзья, пусть отправляется. О, привет. Ты, сука, давай. О, побежал. Так, на автомат лучше ставить. Козлы. Ай, гранатомет бил. О, падла. Ну все, нормально. Пусть отправляется, друзья, пусть отправляется. Чижик как там его, чернышка. Могилу пусть, блядь, ублюдок отправляется. Да. Блядь, чё ты? Нормально, нормально. Пока ты этими обозрениями занимаешься, могут прибить. Так, теперь надо по всей этой площади пройти. Тут, видишь, это доковая площадь. Площадь доков. За точкой Б. Площадь доков. Вот надо по ней будет идти. Короче. Чисто. Козел не надо. Вот так вот. Тут, видишь, дофига закоулков. Они в этих закоулках-то и долбались. Так. Ну что, надо идти лечиться, тебя завалят. Что-то огромное расстояние. Да? Ну, надо все равно слечиться, сходить. Прибой, видишь, слышал. Чайки поют. Ну-ка, 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 подожди. Там никого не было. Да нет, это просто баг. Ну давай, лечиться. Да боеприпасов-то, видишь, да хуя, ну вот. 570 патронов. Магазин на 30 патронов. 570 патронов, да хера. Мне же еще снайперская винтовка есть. Снайперки 190 патронов, в магазине по 10 патронов. Ну и огнемет. Огнемет 250 патронов этих. Тоже как патронов, не знаю, что. Или литров смеси этой. Так, тут нифига вроде бы, да? Первый, в общем, тупиковый проход. Во второй. Так, 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 слушай, давай позырим. Там никого ли в башне? Вот, кстати, радиобашня уже показалась. Тут радио... Вот это, видишь, вышка, но до нее... Так, 197 метров до башни. До вышки 243 метра. Так что показалась башня. Ну, а наша задача сейчас к точке Б прорваться. Она, наверное, за этой площадью, доковой площадью будет. Сейчас будем приближаться туда. Практически. О, транспорты стоят. Ну, плохо, что решетка портит вид. Так, ну пошли дальше. Ух ты, блядь! Сука, ты пизда! Так, аккуратней. Аккуратней, блядь. Тут тоже могут быть гады. А точка-то там рядом, так что... Считай, ты точку Б уже взял. Калитки, разумеется, все эти закрыты, наверное.
Ну, можно посмотреть. Так, ну тут нет прохода, давай посмотрим сюда. Так. Нет, никого нет, берем. Ух ты, блядь, никого нет. Скотина. Ну ладно, лечимся. Маленький такой склад. Точка Б. Все, взяли точку Б. Теперь до точки С надо идти. С, Д. А вот как к Е будет попадать, непонятно. Какое-то, наверное, большое расстояние придется пройти. Ну, короче говоря, взяли. Точка Б под контролем. Ломаем. О. Ломать надо все. Пока погиб только один раз. В принципе, на этой карте, если очень быть аккуратным, можно практически и не погибнуть. Так. Козел. Прыгал, но я его убил. Он еще там один. Это даже прыгнуть. Тут тупо надо валиться и точно их расстреливать. Или выглядывать из угла. Так, вот очередной проход пошел. В направлении точки С. Ну тут идея карты простая, строго идешь по направлению, это линейная карта. Ну, блядь! Сука, давай, давай! Отходь, отходь! Ушел, ушел. Так. А теперь давай подлечимся тут. Завалят быстро. Все, побежали. Нормально, нормально. Бьем, бьем. Бьем, патруль. Так, идем. Видишь, везде прячутся, но снимать их можно. Так, туда гранату. И сюда тоже, наверное. Одного накрыло. Давай опять подлечимся. Тут если есть лечебные аптечки, так зачем зря погибать-то? Как они как базовые, как бы, получаются средства. Такс. Тут надо идти вот по этому проходу теперь. Там свернем направо сейчас. Ну, идея проста, наверное, повстанцы какой-то порт захватили. Используют его как склады оружия, боеприпасов. И какой-то еще есть заметка, в которой контрабанда оружия показана. Какой-то блокнот. Так. Блядь! Да блядь! Ну, сука! Пизда. На весну убил. Пошли по новой. Ч небольшие такие по размерам там переходы 78. Ну идем. Нормально. Хорошо. Так, двигаемся дальше. Двигаемся. Слушай, обходим вокруг огромного дока.
Видишь, какой он, если вблизи посмотреть, внушительный вид имеет. И в операции Тайфун, видишь, можно тоже довольно-таки интересные объекты делать из, в общем-то, небольшого количества деталей. Так, странно, что у них сайт. Вот еще один проход. Тут, видишь, огромные эти доки. Короче, везде стоят. Но внутри ничего нету. Сайлон! Так, ну идем дальше. Тут надо нельзя забывать, что тут они и наверху любят стоять. Поэтому нужно... О! Нормально, вон там точка, кстати. Ну-ка, давай-ка аккуратненько. Пулемет за шинами стоял. Покрышками. Так, ну нормально. Это уже точка С получается, да? То есть половина маршрута, считай, пройдена. Ну давай сейчас приближаться будем. Давай аккуратненько. Наверняка кто-нибудь есть. Кто, блядь? Пулемет пропал. Пока только два раза погиб. Один раз вот срезали тебя вроде из гранатомета, что ли. А второй раз вот навесну. Козел. Нормально. Все, взяли точку С. Теперь точка Д где-то рядом, но, наверное, прямого пути. Придется петлять, видишь. До Д-то недалече. Так, взято, взято. Так. Так, идем по какому-то проходу. А тут все однообразно, тут внутри этих портовых каких-то проходов среди пагаузов. В общем, эту карту можно условно назвать пагаузы и доки. Нормально. Слушай, тут, наверное, кто-то есть. О! Первый раз огнеметика попробовали. Так, вот тут надо аккуратно, наверняка кто-нибудь тоже сидит. Ушами шевелит. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нормально. О! И учитывать, что пулеметы могут быть. Нормально. Во-во-во. Ну туда огнеметом. Давай. Нормально. Хорошо, хорошо. Так, я не знаю, слушай, куда дальше. Ну давай позырим. Наверное, туда, налево. Так, а давай все-таки посмотрим, может тут кого-то удастся. Да блять, это что? Ну падла все подловила. Пидораска подловила. Нелепо подох. Ну ладно, бывает. Нелепо. Скотина. Я хотел посмотреть туда, сходить. Сейчас давай бегаем, может кого-то удастся накрыть и шиш там. Там, кстати, выход в лес. Ну, наверное, тут не выйти нихера. Он специально все закрыл, чтобы не было даже таких намерений куда-либо выйти. По небу легкие, как обычно, облачка плывут. Да, ну солнце вон там торчит. Козел, из-за тебя я сдох. Дебил. Такой. Так, ну вот очередной проход. Там эти видны холмы. Надо к точке Д теперь идти. Так, ну идем потихоньку, идем. Вот непонятно будет, как до Я добираться. Там что-то далече. Ну, сейчас будем смотреть. Так, идем. Тут нам, может быть, негодяи быть. Ну-ка, давай-ка позырим. Готов. Блять, опять. Два, сука, блять, пизда. Пулемет. Что надо туда было гранату, наверное, метнуть лучше.
огнемет в таких местах тоже не особо-то эффектен, потому что могут, вон, видишь, от огнемета могут садануть. Там у них ловушку, падла, сделали с пулеметом. Так, ладно. А чё, куда? Сюда? Сюда, что ли? Ну, гранату туда. Взорвется. Да, готов. Так, тут вроде никого. Давай аккуратненько, аккуратненько. Чуть-чуть подавай. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот, видишь, пулемет? С негром. Тут, видишь, негры, они более опасны, чем и азиаты. Да? Короче. Так, с никого. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. Понятно, что особо-то я не хочу тратить время. Так, блять, там БТР стоит. Сука, мне, наверное, будет не пройти сейчас. Встал БТР, засранец. Ну, давай попробуем, я не знаю. Но я, наверное, из огнемета неужели смогу дотянуться? А то придется за РПГ играть. Ну, пойдем, сейчас посмотрим. Так-с. Отойди, отойди. Ну, под огнем-то точно ты, наверное, шишку попадешь. Ну-ка, попытаемся пристрелить его сейчас. Наверное, не достать далеко. Ня. Пизда, сука, не достать. А метнуться под огнем, может, тебя, наверное, снимет. Ну, рискни, но я не знаю, сейчас его сниму. Нет, все нормально, нормально. Подожди, подожди, это ты только вышел на позицию, как. Ух ты, пидорас. Надо смотреть повнимательнее. Туда давай гранату, вот в эту дырку. Там наверняка кто-нибудь есть. Сейчас. Да, так и есть. Слушай, я там. Там как склад, что ли, какой-то. Так, кстати, ты за собой не оставляешь ничего? Вроде как нет. Красными это проходы отмечены. Так, слушай, давай ликвидировать эту заразу. Ну, вроде бы все, все, отвечает, значит, все нормально. Там плохо, что... Ты пизда, не знаю, долетает до него. Он там стал, падла, под... Под это, навес, до него сложно дотянуться. Ну, все, готов. О, бляха, муха! Ну все, пизда! Падлы, они взвод высадили, а там нахер. Да как бы ты что сделал? Я бы лег, но все равно развалили. Взвод выскочил из какой-то ловушки. Ну давай идти. Идти туда. Я пока задачи никакие не выполнены. Ну вроде как ничего я не за собой не оставляю. Все нормально. Ну, суки, смотри, блядь. Козлы. Как вам такое, ублюдки? Так, а где второй-то? Давай, валим, валим. Все как хирургический инструмент это оружие, поэтому. У, блядь, еще один. Сука, пизда. Три взвода. Охеветь, блядь, там целый полк мотается. То есть не полк рота. Конечно, не полк, но тоже прилично. Полк тут, если выпустят, это охереть вообще будет. Ну и роты вполне нормально. Завалили. Роты что-то сделать, там взводом ничего не сделать. С ротой это пиздец. Ну давай выходим снова. У пизда! Пидорасы! Снова звонили. Где просто так что-то не прорваться? Козлы. Мои козлы.
разваливать. Эти опасно, которые в патрулях там. Нормально. Такс. Вон там ящик. Так. Какая-то складская площадь. Там где-то и точка Д недалеко, блядь. Нормально. Тут вид на лес, но никак не выйти туда. В лес не попасть. Ну там небольшой для антуража сделать. Такой чисто для антуража. Так. Ну вот эти склады. Точка здесь. Так, берем. Еще она тут была внутри. Ну, все, взяли. Внутри каких-то вот этих. Ну, в каком-то домике. А, ну да, как бы два таких домика и даже как не домика, а каких-то зданий. Повезли каких-то. Нет, не. Ну, типа как склады какие-то вот там стеллажи. А точка вот сама где. Точка Д взята. Ну чё, все красные ящики надо эти долбать. А их тут очень удобно расстреливать сделали. Поэтому не надо ничего не взрывать, просто бегаешь, да и все. В навесе как бы эта точка находится. Так, ну дальше смотрим, что дальше. Ты пизда, пизда убила! Ух ты, блядь! Сука! Так, на! Я даже не ожидал, слушай, что он тебя завалит. Так, ну тут какой-то склад, короче, вот. Башка мастерица. Какие-то, слушай, навесы. Короче. Ну ты козёл, чё валяешься-то? Завалил, теперь валяется. Так, короче, тут на улице-то все мы зачистили, эти склады. Тут БТР, видишь, было и масса, целая рота. Короче, нас атаковала. Ну что, давай ломать все. Так, к точке Е надо прорваться. Там, кстати, еще пиратский флаг где-то там будет. В точке Е в самом конце. Ломаем. Теперь такая же история здесь, видишь, Надя. Ты, блядь, опять завалил. Пизда. Они как-то выскакивают внезапно, я не успеваю ничего делать. Иди нахер. Попаем. Тут все заставлено, нихера не видно. Где что, откуда они? Тут, видишь, склады боеприпасов и топ. Так, прошли. Вот теперь надо к точке Е как-то прорваться, а до нее долечь. Слушай, а у точки почему С? Что-то, подожди, странно. А что у точки С-то горит? Твою мать, тут бы не пропустить ничего. Ну, надо будет посмотреть, когда сейчас завалят, обязательно позырим. А тут что такое красное, непонятно. Непонятно. Ну давай дальше осмотрим. На! Скотина. Иди в жопу. Тут, наверное, тут-то красная вода. Иди нахер.
Ж удобно, что все можно расстрелять. Такс. Ну тут по дереву где? Почему у цета какая-то кирка? Надо будет посмотреть. Так, ну идем по складам. Обновляться не будем, все равно если завалят. Так, ломаем все. Обязательно вот. А может еще туда все-таки удастся и сейчас пройти? Куда ты вообще двигаешься? Непонятно. Сейчас будет маршрут, видишь, петлять, похоже. Тут прямого-то маршрута нет. Какая-то была пидорская карта в городе под небоскребами. Так там я там заебался. Туда-сюда, туда-сюда петляет, блядь. Как бы никак не закончить, туда туда сюда петляет, и в конце еще надо было лезть по крышам, то есть куда-то нахер знает на какую высоту и по крышам бегать еще. Такс. А нет, слушай, у точки С вроде пропала красная точка, так что все нормально, не надо вроде возвращаться. Так, ну идем дальше. Такс. Проходим эти всякие фиговины. Так, с чистым. Просто что надо аккуратным бить, иначе. Отходим тоже. Нормально. Блять! Сука. Там. Да я это далеко бежать. А до последней F там уж совсем рядом. Ну идем. Ну, там надо вот, видишь, это башня, вон там, видишь, башня. Она постепенно приближается. Сколько до нее? 121 метр. Вот надо к ней идти. Там будет командная башня и вот эта радиостанция рядом. Вот видишь, что вот к ней надо идти. Постепенно 113 метров, постепенно она становится все ближе и ближе. Но понятно, что надо идти. Обязательно, это видишь, туда надо будет залезть, радиостанция. Ну вот с нее это будет вид наверх. И откроется общий такой. Так, давай аккуратнее быть. Козлов надо снимать на крышке. Да блять! Ну блять! Ну пизда! Опять патруль! Опять патруль. Да, без потерь тут не пройти, пошёл, ну что-то ловушки есть и патрули. Ну, две точки всего остаются. Блять, как валит, сука. О, подожди. Эти два козла. Один уже залег. Слушай, там какие-то здания пошли. Как жилое место такое. Ну, двух-трехэтажное здание я вижу. Вот, видишь, туда. Сколько до него? 80 метров. Блять! Сука! Не получается. Что-то не получается. Где там мразота там? Да.
быстро бегают, падлы. Блять! Сука, опять сняли. Так я лежал, я лежу, все равно сняли. Массу проблем эти патрули доставили. Не сказать, чтобы это легкая особо карта была. Да, что-то снимают все время. Тут негде прятаться, где тут спрячешься. Патрули сняты. Вот, короче, башня здесь. Еще надо очищать это место. Но не исключено, что, ну, патрули, наверное, нет. Не исключено, что где-то рядом там точка Е находится. А башня, собственно, вот за стеной. Как бы командирская башня и радиобашня. Получается, две башни. Ну да, командирская обычная. Этом там наверняка охрана стоит за 100%. Потом такой небольшой жилой еще поселок проходил. Да блять, я сейчас вас сниму, сука. Все, пизда. Две сраных точки. Но место там хорошо охраняемое, короче. Что главное, тут надо кругами ходить, а долго приходить. Ну что, давай вначале налево тогда сходим. Раз все время идет расстрел. Что, давай налево. Так, давай только аккуратно. Блять, как расстреливают, сука. Во всех этих пидорасов, во всех как-то стоят. Это, блядь, сейчас расстреляют. Так, вот где-то здесь точка Е сейчас находится. Вот. Так, гранату. Вот где-то здесь. Давай отходим. О, видишь, кого-то убило. Гаражная площадь, короче. Давай, давай. Так, вот где-то здесь. Давай туда, парализатор. Здоровье практически на нуле. Пошел. Вот, во. Все, точка Е под моим контролем. Все, давай лечимся. Угу. Ну, остается последняя F где-то там у башен командирской. Да, а тут все взяли. Нормально. Ну, это сложно было, видишь, где-то прорваться. Я вот сразу так и подозревал, что расстояние до нее не близкое. Что-то там много точек, я смотрю, везде раскидано. Где они там стоят? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть точек. Слушай, еще там какие-то... Семь, восемь. Еще, блядь, какие-то точки. Восемь точек. И большая какая-то вон там точка на берегу. Да. Ну, давай ломать. Уж не знаю. Еще пулемет. Ну хоть и укрепился. И... Ты, блядь. Падла. Хоть закрепился, и то хорошо. Давай сразу подлечимся. Какая-то карта тоже и вроде что-то умана. Там надо по реке в какой-то городок прийти. И там тоже дофигища этих ящиков расколотить. Тонны просто.
Ну все, закрепился в точке Е. Что ж, это уже какой-то результат. Последняя точка, короче, остается. Но там надо еще добивать будет где-то. Надо искать эти ящики. Такая вот история. Шумит везде прибой на этой карте. В принципе, это лучше, чем когда как радиоактивные карты, где нет шумов никаких. Все-таки с прибоем повеселее. Так, ну идем дальше. Куда гранату? Так, непонятно, кто здесь есть. Ну, давай смотрим. Так, тут, похоже, тупик. Ага, тут тупик. Следовательно, надо вот в эту дырку в любом случае идти. В небольшой поселок тут сейчас будет. Поселок докеров. Докерский поселок. Вот туда и идем. Ну, командная точка вот здесь. Что D, что E, они в таких проходных навесах. Сука, тут опасно. Потянулся поселок, так надо быть внимательным. Ну, применять огнемет. Нормально. Свалили. Через сраный поселок надо будет пройти. Тоже не просто это. Блять! Пидарас, тут видишь, патрули бегают. Конец-то карта непростой. Вот сюда надо пойти. Давай закидаем уже гранатами. Уж кого-то настигает. Что-то, блядь, их там дохуя, ёб. Нет, видишь, господствующих точек, где бы можно было бы закрепиться. Всегда они в таких местах тонны негодяев расставят. Поэтому надо понимать. Ящики тут понятно, что в закрытых первых этажах находятся. Момент слушай, второй этаж заложенные все проходы, как обычно. Так, он еще один. Как крепостная стена. Хорошо, хоть до крепостной стены дошел. Тут, кстати, рядом точка Б. Ух ты. Если какие патрули, так надо ликвидировать. Закрепился хоть у крепостной стены, да, тоже неплохо. Видишь, негр.
бегать, тут надо все ломать. Давай подлечимся, что ли, скорее. Что там какая-то... Ну-ка, подожди. Еще двоих удалось снять. Давай лечиться пойдем. Высовывали это. Ну, давай налево до стены, сейчас будем от стены. Опираясь ходить. Увидишь, это как раз он на полосе, где. О, блять, ну что ты делаешь? Ходишь же, суки. Надо, слушай, с ними быть тут очень аккуратно. Ух ты, блять. Уходит мразь. Тебя в магазин разрядил. Он идет вперед. Тут еще и патрули ведь гуляют. Не просто как бы на часах стоят, а гуляют патрули вовсю. Ему надо быть вечно чеку. Так, ладно. Все заложено. Тут есть вероятность попасть наверх. Уж я не знаю, что тут такое. Есть там что, нет? Ну, посмотрим сейчас. Конечно, ящик. Конечно, ящик. Слушай, давай увеличим, чтобы видеть ящики. А там он какой-то еще где-то ящик. Такс. Никого. Дай наверх. Если есть возможность забежать, давай забежим. Ну-ка давай-ка сюда. Ух ты, блядь, не допрыгнуть. Обидно, обидно. Ну может так удастся? Ну давай попробуй. Потому что сверху-то хватит. Да, вот шиш. Ну ладно, бог с ним. Да, теперь. Что-то карта непростая, я смотрю. Так, давай искать эти все точки, пытаться. Вот тут наверняка есть. Тут они в домах, конечно, спрятаны. Ну, печально. Вот так можно расстрелять их. Двери не закрывать, чтобы видел. Ты, блядь. Так, вот давай сюда, где-то здесь ящик должен быть. Ни в коем случае дверь не закрывай. Чтобы знать, что ты там побывал. Там, блядь, охраняется. Ну, это пустышка. Вот только эти оружейные. Так, ну тут вроде как все, да? Тут все. Надо туда, в направлении точки F прорваться. Ну, плохо, что на берегу там что-то еще две цели каких-то отмечены. Ну ладно, давай прорваться. В направлении точки F. Блять!
Чая вилка. Пошел на берегу. Ух ты, блядь. Много их тут, вот, слушай, тут цели. Ух ты, блядь! Приходится предельно быть осторожным. Ну-ка, давай-ка. Обязательно внутри охрана стоит. Так. Трехэтажное здание. Мы подошли к трехэтажному зданию. Ты, наверное, шиш там пройдешь, короче. Так, ну все, тут все посетили. Дошли до. Видишь, тут ключевое трехэтажное здание получается. Ты хуя, блядь. Ух ты, сука! Слушай, тут командная точка. Тут трехэтажного здания командная точка. Это по. Ух ты, блядь, сука, ты пизда! Хуя-то какая, блядь. Ты бы сейчас мог взять точку. Там опять толпа вылетела. А видишь, входы тут показаны красными такими прямоугольничками. Сука, вот они. Сука, таких там дохуя налетело. Надо огнемет было ебать. Огнеметом. Какой-то пиздец просто. А где они? Хера не пойму. Падла, отправляйтесь в полет. Вот шагнемет их сразу. Вот сколько их. Смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, ты хуя, в общем. Так, ладно, подходим к этому зданию сразу. Где оно? Все, все, берем сразу, ну нахуй. Ух ты, блядь! Падла! Ну нет, нормально. Видишь, как обычно, то. Вот, блядь, там смотри! Смотри, бегает! Ты ебаный ты в рот, куда ты? Ну точку-то уже я все взял. Скотина ты. Ты, блядь, их там дохуя. В общем, опять их там дыхтонны носилось. Ну все, я взял точку последнюю F. Но это еще не конец там еще. Блять, опять эта пизда! Пидораска! Уж какие-то патрули носятся. У трехэтажного здания единственного. Последняя точка F. Понятная история. Башня командирская вон совсем рядом. И радио башня там совсем рядом. А шиш его знает, не знаю. Вот эта точка. Может, они там и отмечены? Слушай, они, наверное, и отмечены. Но там не лечебный арсенал. Они же на берегу стоят. Наверное, вот они это и есть. И тут еще надо что-то найти. Флаг пиратский. А, кстати, о птицах. Я понял. Где флаг, это, наверное, документ там лежит. Типа такого, наверное, истории. Так, тут вот последние боеприпасы. Сука, еще хер прорвешься.
Ну давай полечимся немножко. Сейчас надо как-то эту херню довершить. Непростая тоже карта. А вот здесь, слушай, наверное, документ находится. Подожди. А где же боеприпас? Понятно, слушай, а где боеприпасы-то еще? Ну, слушай, там охрана ходит. Ну, вот документ вот здесь будет, наверное, в этом здании. Правее. Ну, сразу за трехэтажным зданием. Правее точки F. Вроде никаких красных точек за тобой нет. Наверное, где-то впереди, вон там, на берегу еще что-то есть. Ну, ладно, пошли туда. Давай туда парализатор. О, клеймо кровью АВ-2. Вон флаг-то. Флаг это вот и есть. Вертушка. Вот там их дохуя носятся. Блять, их там дохуя. А вот документ. Это был флаг. Да, документы. Транспортные документы подобраны. Бутылка колы. Ломаем. Оборудование все переломали. Это как будто документ здесь был. Ну все, короче, тут покончено. Там куда толпится? Нормально. Окей. Еще не все боеприпасы. Так, откуда стреляют? Нормально. Такс. Бля, сейчас сниму. Нормально, нормально. Ловушечка, ловушечка. Так что вот, документ можно подобрать в здании, к которому провода ведут. Рядом с трехэтажным зданием. Так, давай подлечимся, теперь сейчас будем туда и подниматься на берег. По сути, уже тут сейчас конец. Ну тут, смотри, расстояние карты совсем небольшое, но шиш ее просто так пройдешь. Там, в случае, две малых и одна большая красная точка. Три красных точки. Такс. Подошли к крепостной башне. Радио башни. И тут кузнечики вовсю поют, потому что мы уже на берег приступаем. Гранату шли туда метнуть. У, блядь, он там наверху. Вот и долбанул. Не нахер. Как ювелирно его прибил. Так, нормально. Так, пришли к башне, короче. Нормально. Слушай, Настя ждет. Давай, дай. Так, ну чё говорить, а можно. Мы вышли к командирской непосредственно башне уже.
Видишь, как долго до нее тоже добираться-то было, блин. Командирская башня. А там и радиобашня уже торчит. Надо сейчас пройти через командирскую башню, чтобы попасть в радиобашню. Она тут не высокая, 4 ярда. Видишь, какая-то опять мразь стреляет. Сука какая, блядь. Ты чё, куда? Пизда! Убила. Я его тоже ликвидировал. Флаг потерял. Сейчас возьмем, пойдем. Ну тут рядом. К счастью, ходить-то рядом. Вот это, собственно, скат, это уже берег. Я на берег вступил. Подберем. Друли какой-то. Смешное слово. Друли. Такс. Давай осмотрим командирскую башню. Да? Возможно, тут последние боеприпасы лежат. Давай парализатор. Через кого-то сделаем. Цели такой тут нет, всех перебить. Но все равно надо быть аккуратными. Что туда гранату вот туда? Да и туда не пошли. Кого-то убило. Там вроде кого-то убило. Слушай, давай наверх. Наверх. Но не будем огнемет применять, чтобы зазря не погиб. Гады стоят. Тонны негодяй. О, какие виды тут. Прикольно. Слушай, там склад будет. Какой там. А вот сейчас осмотрим виды. Ух ты, блядь, БТР. Пизда, блядь. Ну его надо же огнеметом. То есть огнеметом не получится. Да гранатометом. Придется. Ну давай наверх пойдем. Пошли. Так, такие виды тут классные. Через бойницу, правда, шиш, чего увидишь. Вот видишь, он прямо в побережье этот порт был встроен. Давай за гранатометом тогда. Ух ты, пизда! Да чё ты делаешь? Да блядь! Ну ебаный ты в рот! Сука! Ну ладно, возьми гранатомет. Где он там? Все готов. Сейчас давай гранатометом. Ой, почему не ликвидированы ящики-то? Вот это непонятно. Че, еще там что-то будет? Так, ну давай наверх. Искать, где этот БТР стал. Ищи БТР. Не тут. Подожди, а где БТР-то? А где БТР-то? Какая-то, блядь, ерунда. Вот, у, блядь, их там два. Ты зря взял. Это было джавелин. Ну ладно, уж теперь. Я готов, пусть сейчас получится их сразу обоих ликвидировать. Так. Готовы. Нет, все нормально, БТРами покупаю. Очередная мразь встанет. Такс. Тут, короче говоря, какой-то маленький склад надо пробежать. Вот до башни. Собственно, последний это и есть.
выйти на... У, блядь, сука, ёбаная рука. Пизда, смотри, дохуя. Срочно их бить. И опять какая-то хрень выскочила. Урота. Подойди, не позволяй им близко подойти. Все, я всех перебил. Вон еще один. Все перебиты, офигеть. Да, сишь, как все непросто тут. Угу. Дорога. Ну, вид сам на город этот. Наверное, на порт. Какой город? Порт. Крыши. Доки, крыши пакгаузов, точнее, доки. В принципе, тут вот такой вид серый. Короче, там вон остров вдали виден. Это вот эта гаражная площадь, где вот сложно было очень. А это место, вот где трехэтажное здание, тоже непростое. И вот это, где блокнот хранится. Ну, там остров виден. Ну, вот такой вид. Не знаю, красивый, нет. Трудно сказать. Красиво это, некрасиво. Однообразно, прямо скажем. Однообразный такой вид. Вдалеке остров виден. А тут что, башня уж совсем рядом. Вот такая башня, склад. Склад от этой башни. Башня, разумеется, самая высокая точка на порту. Ну, наружу можно выпрыгнуть, но зачем? Ты, обязательно кто-нибудь добылись. Так, ну подходим. Точек никаких больше нет. Просто теперь надо бежать по этому складу. Вот тут у них рация. Да блять, ну ебаный ты в рот, сука. Кинул бы парализатор. Давай огнемет. Да там последние шаги оставлю. Тут карта, видишь, непростая. Маленькое расстояние, но... Тоже не просто это было. Ее пройти. Враждебные воды называется. Бля, сейчас он тебя свалит. Козел. Ты чё, хер? Оборудование это портишь. Урод. Так. Нормально. Портит, поганец оборудование. Тут ящики, наверное, здесь последние на этом радиоскладе находятся. Он уже тут за точкой F. Западнее точки F. Ломаешь. Ну, все, боеприпасы готовы. Боеприпасы готовы. Остается радиоэлемент. Я специально тут не добил, чтобы... Вот еще. А, тут еще есть. А ну давай тогда ломай. Этот арсенал, но он не лечебный, к сожалению. Все арсеналы лечебные, кроме вот этого последнего. Я хочу, может, туда забраться на мачту, посмотреть. Последний ублюдок здесь был. Вот, видишь, вот мачта. Раз, два. Подожди, да. Раз, два, три. Четыре всего секции, короче. Невысокая. Как одна в одной карте, как будто ракетную установку. Ракетную шахту играла роль, как будто в старинной башне замаскировали какую-то ракету небольшую. Так, ну вот, собственно. Мачта это. Там места пустынные.
Вот, кстати, для скрина-то, наверное, вот что надо будет брать. Потому что что, неужели ты лучше скрин сделаешь? Наверное, вряд ли. Башня командирская, порт. Вот виды такие тут. Корабли вон на этих доках видны. Сами доки. Кстати, сколько доков? Давай посчитаем ради смеха. Двухэтажных. Раз, два, три, четыре, пять. Пять доков. Площади все эти хорошо видны. Практически вся карта вон остров виден. Вот так если настроить. Вот это трехэтажное здание. Точка F. Точка Е вот, кстати, хорошо видно. Да. Здание с блокнотом видно. Да, что ж говорить. Все как на ладони, считаем. Мы никого в живых. 386 метров примерно. Отсюда, разумеется, можно спрыгнуть и уйти в лес. Ну, в это место. Просто придется обновляться зазря. Потому что там ничего интересного нет. Давай-ка покидай шансовый заряд и вниз пошел. Можно и на стены прыгнуть. Тоже там ничего интересного нет. Надо сейчас завершать, короче, эту карту. Так, мачта улетела. Все. Все задачи выполнены. Радиоэлемент уничтожен. Сейчас конец игры, на. Да, дизайн карты Shadowman. Конец. Джон набирает 2446 очков, 385 фрагов, 29 смертей, 4 удачных выстрела. Карта называлась HMS Enemy Water Stair или Враждебные воды от Shadowman.